В июле 2020 года по маршруту Китай-Европа-Китай было отправлено 1232 поезда. Это на 68% больше показателей за тот же период прошлого года. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на китайскую государственную железнодорожную корпорацию. Уже 5 месяцев подряд этот показатель растет, а на протяжении последних 3 превышает рубеж в 1000 поездов. Спрос на грузоперевозки по этому маршруту связан с постепенным восстановлением китайской экономики после эпидемии коронавируса. Кроме того, значительную часть потока составляют товары медицинского назначения. Напомню, что все составы на этом маршруте проходят транзитом через территорию нашей страны.